Фермеры – основные поставщики продуктов питания. Именно фермеры обеспечивают мир необходимым продовольствием. К 2050 году количество людей на нашей планете достигнет 10 миллиардов, поэтому производство продуктов питания приобретает все большее значение. Фермеры сталкиваются с рядом серьезных проблем в процессе производства молока, ведь они заботятся о животных и одновременно об окружающей среде. С момента своего основания в 1948 году компания «Лели» поддерживает фермеров в их работе. Мы разрабатываем инновационные решения, которые обеспечивают устойчивое, прибыльное и приносящее радость будущее молочного хозяйства. Будущее, в котором корова остается в центре внимания, потому что все начинается именно с нее. Когда она голодна, наше решение автоматически ее кормит. Как свежеприготовленной смесью, так и свежей травой прямо с пастбища. Когда корове пора доиться, к ее услугам наш доильный робот в комфортном темпе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Полученное молоко можно переработать и разлить по бутылкам прямо на ферме. Таким образом, в течение 48 часов свежее молоко с ближайшей фермы оказывается на столе у конечного потребителя. Корова содержится в коровнике, чистоту в котором поддерживают наши системы уборки навоза. Собранные и обработанные отходы повторно используются в качестве удобрения. Выбросы аммиака сокращаются на 70%. Все наши решения интегрированы в единую систему, предоставляющую ценные данные. Они собраны на удобной платформе для управления фермой. Данные помогают фермерам принимать правильные решения, чтобы поддерживать оптимальные надои и здоровье коров. Работая с нашими интегрированными решениями, молочные фермеры могут рассчитывать на специальную поддержку нашей глобальной сети Лели-центров. Вместе мы поддерживаем молочных фермеров, чтобы они могли кормить мир экологически безопасным способом, заботясь о своих коровах и планете. Сегодня и в будущем.